Экскаватор деловито возит грунт. Рабочие роют траншеи и укладывают бордюр. Вновь на Петровском проезде закипела работа. Но две недели до этого на строительной площадке была тишина. Как это традиционно происходит, граждане заподозрили неладное. Когда стройка остановилась, среди местных жителей мгновенно поползли слухи. Одни говорили, что здесь будет большой 12-этажный дом, другие – парковка, третий – магазин. На самом деле все это не соответствует действительности. Планы не поменялись, здесь действительно будет детская площадка. Руководитель службы благоустройства Рустем Саддаров на месте показывает, почему работы было решено приостановить. Главная причина – газовая труба, идущая от одного дома к другому. Она проложена еще в советские времена. Из-за нее пришлось корректировать проект, по которому теперь площадка чуть сместилась в сторону. Чтобы не было никаких проблем, нам пришлось изменить немножко план и сдвинуть ее, если вот отсюда смотреть, то левее, ну, чтобы сохранить все меры безопасности и технические условия. Эта площадка возводится в рамках губернаторской программы, благодаря которой в Ленинском районе будет установлено 3 современные детские площадки – в Тарычеве и в Видном, на улице Гаевского и Петровском проезде. Местные жители восприняли появление рабочих с воодушевлением. Пустое пространство-то, сами понимаете, детей много здесь на этом, на Петровском. Здесь нужна была площадка. Мы очень рады. У меня 2 внуков. Еще одна причина, по которой пришлось на время заморозить строительство, как это ни парадоксально звучит, пожелания граждан, которые учитываются при возведении этого объекта. В частности, местные жители попросили не вырубать вишню. В тени этого дерева любят отдыхать и взрослые, и детвора. Мы решили тоже его сохранить, и поэтому были определенные конструктивные изменения в конфигурации этой площадки. Но те требования, которые к ней предъявляются, площадь этой площадки и количество вот этих мафов, оно будет все соблюдено. Надо отметить, что здесь будет ряд элементов, которые приспособлены для игры детей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительные работы планируется провести в течение ближайших дней. Сроки возведения малых архитектурных форм и нанесения резинового покрытия будут зависеть прежде всего от погоды. Но сами строители настроены провести все работы в кратчайшие сроки. Максим Козлов, Михаил Решетов, Ольга Садовская. Видное ТВ.